Удивительный, не очень похожий день в Пекине. Идет дождь уже почти 24 часа, если это можно назвать дождем, а не потопом. Мы, конечно, не на юге, мы на севере, но здесь тоже очень комфортно. Приезжайте в Пекин, будем рады. Ну а мы поплыли дальше, сегодня мы с вами идем в аптеке. Ну и скетч, как обычно, вечером. До встречи!